Здравствуйте, это снова я. Сегодня вы увидите обзор защитной пленки для 5-го айфона. Также она совместима с 5-м поколением iPod Touch, что меня очень порадовало. Купил я ее за 290 рублей, тоже по акции. У них распродаж была на все изделия и аксессуары Apple. Точнее, для Apple аксессуары. 4 дюйма, матовая вроде бы, как бы, да. Трехслойного материала, изготовленного в Японии. Так вот она выглядит спереди. Вот так вот сзади. Давайте ее откроем. Так интересно открывается. Ой. Наверное, эта штука для этого и сделана. Опа, и открылась. О, выпало чуток. И все. Да, больше ничего нет. Ой. Ну что ж, у нас есть разглаживалка. Если вам ее не положили или у вас ее просто нет, вы смотрите, то можете использовать любую карточку, она даже будет лучше, потому что она тверже, чем вот эта. Она вот эта вот легко гнется. Сама пленочка в таком пакетике была. Тряпочка. Кстати, вот после себя разводов и следов не оставляет. И различные там пылинки. Вот очень хорошие. Всегда вкладывают, кстати. И сама пленочка. Вот сюда не смотрите. Это просто такая защитная штучка. Вот тут есть у нас инструкция. С двух сторон, что сначала надо сделать. Вот это первый шаг. Это второй шаг. Ну что ж, до скорой встречи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите в комменты то, на что хотели бы увидеть следующее видео, сравнение, тест, еще что-то, краш-тест, не знаю. И я его обязательно сделаю. До скорой встречи!